чувствовал себя опустошенным. После того, что случилось в офисе, я начал думать, что схожу с ума. Я так истощен, что даже не могу заснуть. Я боюсь того, что мне может присниться. Лучше пройдусь по квартире. Пойду спать, когда начнут слипаться глаза. Сегодня в Центральном парке мужчина прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти тонущего ребенка. Мальчик пришел в сознание и скоро полностью поправится. Его храбрый спаситель скрылся прежде, чем приехала скорая помощь. Вероятно, он не хотел известности. Расследование недавно произошедшего в закусках шефа убийства продолжается. Сегодня полиция выпустила фоторобот подозреваемого, составленный на основании показаний свидетельницы преступления. Если вы увидите этого человека, позвоните по телефону, который видите на экране. А теперь о погоде. Из Канады на нас надвигается новый снежный фронт. Фоторобот, к счастью, получился не слишком похожий, мягко говоря, поэтому особо не переживаем пока что. Нужно привести свое душевное равновесие в порядок. Давайте сыграем на гитаре. Настроение себе немножечко подняли. О, а давайте позанимаемся спортом. У нас же есть груша. Внутри меня что-то меняется. Я стал сильнее и быстрее. Боже, что со мной творится? Надо выпить немножко молока.
А можно даже выпить и алкоголю. Давайте алкоголю выпьем. Расслабимся чуток. В шкафу можно найти еще один бонус. Повысить наше настроение. Ладно, давайте, я думаю, включим музыку и все-таки ляжем спать уже. Бывшая пришла с вещами. Привет. Привет. Я пришла забрать свои вещи. Надеюсь, я тебе не помешала? Нет, просто немного хочу спать. Заходи. Садись. Ну, как жизнь? У меня сейчас в больнице работа выше крыши. И я еще не покончила с переездом, но я справлюсь. Хочешь чего-нибудь выпить? По-моему, у меня тут на кухне где-то была бутылка джина. Ну, давай. Спасибо. Я пойду принесу твои вещи. Там две коробки. Не знаю, где они теперь лежат, но их нетрудно найти. Я написала на них свои инициалы. Одна коробка вот лежит. Thank you.
По-моему, это все. Лукас, все в порядке? Ты такой подавленный. Я немного приболел, но сейчас мне уже лучше. Хорошо. Ты... У тебя кто-нибудь есть? Прости, не надо мне было спрашивать. Нет, нет, все нормально, не волнуйся. Нет, никого. А у тебя? Нет, у меня тоже никого нет. Никак не могу о тебе забыть. Знаешь, я по тебе скучаю. И я по тебе. Ты еще играешь? Знаешь, в последнее время я об этом даже и не думаю. Может, сыграешь мне пару аккордов, а? Знаешь, в память о хороших временах. Конечно. Сыграем. Дверь открылась сама по себе, и компьютер включился, и телевизор включился. Проверим. Может, в компьютере что есть? Мы его просто выключили, все-таки ночь уже. Дверь открыта. Ворон этот сидит.
главную дверь тоже открыть. Опять эта девочка. Она прямо как настоящая. Наверное, я схожу с ума. Лукас, ты как? Нормально, Тиффани. Все хорошо.